Оу, привет-привет, Дим. Давно тебя не видел на стриме. Как твои дела? Что новенького? Наконец-то, короче, получил сегодня партнерку, точнее, компаньонку. Представляешь, за месяц моего отсутствия они, в общем, облегчили заполнение, все. То есть месяц назад намного было сложнее заполнять. Так, во-первых, там не было русского языка, во-вторых, там не было условий для России. Боже, это просто ужасно. Режим меня, да, я тебя понимаю. Это сложно на самом деле. Фрей, прости меня, но... Судя по всему, как здесь все выглядит, я думал, вряд ли король справился и выжил. Я даже не знаю, что тебе сказать. Можем просто надеяться, что король и остальные смогли уцелеть и выбраться отсюда. Сори, Клава, что добывали. Так что все, осталось только смайлы сделать свои, и все. Примите, примите, еще раз примите. Я не думал, что Дагер пришла сюда. Интересно, куда же она направилась? Видите, пойдем посмотримся. Поздравляю, пойдем. Спасибо большое, Дим, спасибо. Наконец-то, спустя столько времени я добился этого. Твоя. Она пошла без нас. Там кто-то в королевских палатах. Что же вы ждете? Поднимайтесь сюда. Никита, привет. Большое спасибо за хост. Звучит так, как будто это легко. Я, пожалуй, начну отсюда. Вперед, ребята. Хорошо. О, чувак. Я, пожалуй, пойду вперед. Попробуйте найти другой путь наверх. Мы встретимся с вами наверху. Я встречусь с тобой после того, как скушаю всю еду внутри. Игра немного громче уровня моего голоса. Спасибо, Дим, сейчас посмотрю, что можно. Но здесь единственная проблема, здесь нельзя настроить звук. Это просто локация сама по себе очень громкая. Кто это? Я так и знала, что нужно стоять за всем этим. Что ты имеешь в виду, ты знала? Я решила вернуться в Бурменцию, потому что слышала слухи о том, что королева Браны как-то позарилась на наше королевство. Значит, девушка, которая стоит рядом с ней, должна быть Беатриса. Беатрикс, генерал Александрийской армии. Это Беатриса? Беатрикс, блин. Хладнокровные рыцари, кто не знает пощады? Беатрикс. Сейчас будет мясо, ребят. Беатрикс? Да, Беатрикс. Типа нас слышит, что здесь много... В мире есть много рыцарей, кто даже сильнее, чем она. Или чем он. Слышит то, что владение мечом Беатрикс лучшее на этой земле. Сэр Фреттл, ты все еще не передумал отправить свое путешествие? Да, я не передумал. Пожалуйста, пойми, Фрея. На данный момент бурменцы находятся в мире,
том мире, как, в то время как остальные страны потихонечку наращивают свою силу. Я не уверен, что мое копье и что как бы я единственный, кто сможет защитить Барменцию. Сможет ли он сделать это в одиночку. Именно поэтому он должен отправиться влиять на мир. Соответственно, я не уверен, что смогу жить без вас. Да, и с тобой все будет в порядке. Верь в свою силу. Свою судьбу. Как только я завершу свое путешествие, я обязательно вернусь обратно в Бурменцию. Тогда пообещай мне еще один раз, что ты вернешься сюда. Я обещаю. Фред Ли. Вот она заплакала. Так, Фредпост, короче, человеком ради своих фильмов, в принципе, понравился, но различало, что вторая сцена после титров уже в трейлере показали. Обновил страницу, до этого не видел сообщений других. А тут только ты пока и Никита писали. Я на такой случай открыл чат на телефоне, на вот и консоли. Сейчас один на Final Fantasy 10 скидочка в сторе. Может, это недавно запустить? Да, только буквально 2 минуты назад, ну может 3. У меня 10-я финалка есть на PlayStation Vita. Я думаю, нет смысла брать ее еще и на 4-ю Соньку. Хотя я не смогу стримить с Vita, но все же. Ну, типа, ты никогда не вернулся. Ты остался мне только с единственными слухами о твоей смерти. Я не могу в это поверить. Я все еще не верю в это. Никогда. Даже когда я увижу доказательства смерти собственными глазами. Я отправлюсь в бесконечное путешествие, если потребуется. Ты в порядке? Да. Я просто вспоминала прошлое. Думала о прошлом. Если никак не сможешь с ним распрощаться. Кто это такой? Мистический человек, загадочный человек. Это что? Дождь напоминает слезы, ликующие, скандирующие об их победе. Это отличная победа для нас. Куя. Куджа. Твои черные маги Берсечи справились с этой работой. Теперь моя единственная задача — найти короля Бурменции. Мы должны позаботиться о нем, как и остальных. Чтобы эти крысы больше не смогли снова восстать. Беатрикс, почему все так долго? Я не знаю, Ваше Величество. Я отдала приказ Зорну и Торну прочесать весь периметр. Но пока что безрезультатно, безуспешно. Я присоединюсь к ним и возглавлю эти поиски. Ты просто тратишь свое время. Что? Крысы всегда ищут новое место для своего обиталища после землетрясений и прочих бедствий. Они уже, скорее всего, отправились в песчаный домик на дереве. Так что слишком поздно. Король уже поджал свой хвост и сбежал. Песчаный домик на дереве. Ты имеешь в виду Клейру? Это будет немного сложнее, если они отправились к Клейру. Клейра. Смакуют название города. До тех пор, пока мы не сможем пробиться через песчаную бурю, это невозможно начать атаку на них. Гадкие маленькие крысы. Куджа, что ты думаешь на этот счет? С твоей силой ты сможешь что-нибудь сделать с этим? Что-то. Песчаной бурей.
Конечно, ваше высочество. Я продемонстрирую всю мощь моей силы. Я бы был не против, если бы расположили всю свою армию вокруг Клеера. Потому что, возможно, моих черных магов будет недостаточно, чтобы противостоять армии Клеера. Значит, так как будто у нас есть проблемы. Что это за странный человек? Доверься мне, я никогда раньше его не видел. Значит, так как будто все-таки они направляются к Клееру. Всегда было интересно, почему люди называют этот город Элизией. Я также не знаю, Клеера всегда была изолированной на протяжении нескольких сотен лет. Если мои люди отправятся, то, скорее всего, они будут в безопасности какое-то время. На что это место похоже? Ну, люди из Клеера, появились бурменцы. Давным-давно произошел конфликт между ними. Вертались Клееру, и теперь Клеера защищена песчаной бурей. Кстати, кто-то еще пришел. Что он задумал? Бурменцы никогда не пойдет, приготовься к смерти. Ты желаешь сразиться со мной, Беатрикс из Александрии? Беатрикс? Я хвалю твою храбрость, но я не буду, не пощажу тебя. Одну минутку. Сначала ты сразишься с нами. Мы позаботимся о ней. Иди найди короля, защити его ценой своей жизни. Спасибо тебе, Фрея. Я уже убила более сотни воинов своей рукой. И вы двое ничто, для меня ничего не значите. Не более чем букашка.
обычно мало снимает, но за счет того, что начала жизни у него не было, он просто убил его. Зидан начал воровать, не получается нормально. Да ну. Блин, вот это бредятина, я даже не успел у нее ничего украсть. Тупо не повезло, блин. В общем, мы потерпели фиаско. И они отправляются атаковать Клейру. Ну, что же мы имеем здесь? Еще одних крыс. Это порой может стать проблемой. Не обсуждает бурменцию. Потому что якобы ходят слухи, то что бурменция была атакована армией солдат, которые носят шляпки, ну, то есть черными магами. Вот один солдат хочет воевать на передовой. У вас то чертело стоять здесь и охранять эти ворота. Второй говорит, правда? Я не люблю войну. Почему, типа, кто-то должен начать войну? Кстати говоря, тот парень с большим мешком, который походил на нас, тебе не кажется он немного подозрительным? Нет. Я не думаю так. Ну разве это не ты? Ну, ты не один из тех, кто сказал, что он выглядит подозрительно. Ты знаешь меня, я всегда веду себя так. Я тебе отвечаю, люди, которые любят есть огурчики, они хорошие люди. Я завидую ему. Огурчики Гесала — единственные огурчики, которые я не могу кушать. Ты реально странный, ты знаешь об этом? Я знаю. Почему ты думаешь, я сейчас нахожусь здесь? Действительно. Пандуль сказал, что мы причалим к станции уже совсем скоро. Принцесса.
Мисс Дайер. Она спит. Принцесса верит то, что она слышала о королеве Браны. Но королева Брана никогда бы не начала войну. Это все какое-то недоразумение. Она поймет это, как только поговорит с королевой. Я не должен заострять внимание на таких вещах. Моя единственная миссия — защитить принцессу. Станция. Большое вам спасибо. Будьте осторожны. Мы должны немного подождать до тех пор, пока транспорт до Александрии прибудет сюда. Как долго ждать? Ну, этот транспорт прибудет сюда, как только наш транспорт вернется на станцию Боудена, так что... Ну, приблизительно столько же, сколько вы провели в нашем транспорте, отправляясь сюда. Почему бы не пройтись и найти место для ночлега для себя? Хорошо. Что случилось, Штайнер? Принцесса? Эй, что я тебе говорил насчет этого? Это Александрия? Мы наконец-то дома. Правда? Мы дома. Но я до сих пор не вижу замка. Принцесса, возможно, Александрия и значит для вас только как замок, но... Ты что, издеваешься надо мной или думаешь, что я настолько наивна? Нет, я так не думаю. Ну, все в порядке, пойдем. Издевается надо мной засранец. Блин, да, жалко. Да что? Нефритовый, блин, этот. Не получили. Что-то мне после душа срубать начинает надираться. Обычно после душа, наоборот, как бы спать не хочется. Хотя что-то прям этот... рубит. Пец, он у меня 7 уровня. У меня вся команда уже 17-го и 19-го, он еще 7-го, блин. И она тоже 7-го. Просто офигеть. Так, наша лана изучила. Так вот пока что. Потом вот так вот пока что. Блин, очень плохо, что мы не украли меч для Штайнера. Просто не успели. Так вот. Вот минус той битвы в том, что она идет по времени, и, соответственно, если ты не успеваешь что-то сделать, то, блин, ты уже там ничего не украдешь. Какие смайлы думаешь делать? Ну, думаю, пока что сделать себе прини из игры Дизгая. Они такие забавненькие, на самом деле. Но, возможно, что-нибудь другое. То есть до конца пока еще не определился. Блин, плохо то, что у меня нет такого маленького. Сходите отдохнуть. А. Нет, рано. Пойдем соберем информацию, пока не отправились в Александрию. А транспорт отправляется обратно на территорию Вимблюма.
просто начал сундучок еще. Надо сказать, только что транспорт из Лимблюма отправился обратно в Лимблюм. Так. У нас есть письмо для Назна от Грима. Письмо от Грима. Купа, спасибо за доставку. Я чувствую себя немного грустно, когда вижу Мэри. Ты когда-нибудь впадал во влюбленность, в любовь? Я никогда раньше не впадал в любовь. Ты знаешь, Купа? Так, момент. Краш уже играл? Нет, пока еще не играл. Пока что нет возможности. Ты уже когда тестил? Не могу поверить, что я застрял здесь. Работая в центре ничего. А чего так? Ух ты, опять рассказывал то, что, блин, южные ворота предназначены для воздушного транспорта, но сейчас они пока сломаны. Эй, приветствую. Как твой бизнес? Бизнес хорошо. Я всегда занят здесь. Ты что-нибудь продаешь специальное? Да. Попробуйте этот известнейший пирог. Больше рассказывать, чем дает мне попробовать. Понятно, ничего больше. Ну, обязательно поиграю, да мне график уже ставлен. Да, вот с этим, конечно, понимаю. Я же сам пока не могу с финалкой разобраться еще.
конечно. Он смотрит на карту и выбирает путь для нашего дальнейшего путешествия. Посмотрим, кого же мы там услышали. О, это же Сина. Но нет. Он пропустил свой транспорт, что же ему теперь делать? Откуда, черт возьми, я знаю? Теперь он опоздает в Линдюм. Ну, типа, мы с этим ничего не можем поделать. Но я не скажу об этом боссу. Спасибо, приятель. Пойдем еще один съедим пирог. Боже. О, все, пошла разборка. Штайнер узнал их. Вы здесь, чтобы похитить принцессу Лесного? Кто этот большой, длинный человек? Что? Да как ты смеешь? Он капитан рыцарей Плута. Ах да, точно. Тот плохой актер. У тебя совсем нет уважения к людям? Все, разборка в стиле кунг-фу. Ты Маркус, верно? Что вы здесь делаете? Принцесса, что вы здесь делаете? Эй, посмотри-ка, это же принцесса. Когда мы выбрались из злого леса... Принцесса, мы не должны тратить свое время на... Ну да, свое время и дыхание на... криминальных граждан. Пойду белье повешу, собственно, было стирать, кстати, мне часть пройдет. Хорошо, Дим, давай, буду ждать. Не дает мне Штайнер поговорить с Маркусом, узнать их историю, когда мы покинули... Ну, понятно, да, то же самое, когда они покинули злой лес. Принцесса! Штайнер, достаточно. Что? Я что, не могу поговорить со своими друзьями? Друзьями? Но они же... Адельберт Штайнер. Да, мэм. Транспорт для Александрии прибыл. Ого, он же здесь. Но ты же отправляешься в Лимблюм. Я знаю, но ты же едешь в Александрию. Да, я собираюсь посетить Трена. Он решил проводить нас. Маркус едет в Трена тоже? Пойдем, Штайнер. Штайнер? Ты злишься на меня? Нет, мэм. Я уже иду. Удачи. Да, меня спас нашего бро. Бро? Это как раз они говорят про этого. Скажи, почему Маркус едет в Трено? Вы едете в Трено ту? У Маркуса есть пару дел в Трено. Дело? Ну, в принципе, в Александрию. Мы должны поспешить в ваш транспорт. Принцесса, пойдемте внутрь. Хорошо, пойдемте внутрь. Отправление. Почему ты отправляешься в Трено, Маркус? Чтобы спасти нашего брата. Кого? Есть только один человек в мире, кого я называю бро. Это Бланк. Мы собираем информацию, как можно вылечить его от спинения, окаменения.
Мы совсем недавно узнали о предмете под названием супермягкость, который исцеляет все формы окаменения. А что касается Сины? Сина отправится в наше убежище Танталуса в Лимбиуме, чтобы сказать об этом остальным. Понятно. Теперь мое время для вопросов. Да. Где Зидан? Мы разделились в Лимблиуме. Отправился по девкам, как только достал тебя до Лимблиума, да? Как ты можешь такое говорить? Он меня не волнует. Отлично. Тогда я не знаю ничего. Скажи, Маркус, есть что-нибудь, чтобы я могла вам помочь? Помочь с чем? Ну, я ведь тоже ответственен за то, что случилось с Бланком, так что... Нет, спасибо. Мы сами справимся. Но разве не было бы лучше, если бы я... Что за черт? Возможно, проблемы с двигателем. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, я пойду проверю. Там же демон. Демон со странной шляпой. Что случилось? Что здесь происходит? Опа. Черный вальс. Миссия вернуть принцессу, он живой. Это не тот же, кого мы видели на воздушном судне. Монстр, на этот раз я разделаюсь с тобой. Подожди, Штайнер. Скажи мне что-нибудь. Почему ты хочешь меня похитить? Ну, это очень опасно. Пожалуйста, отойдите. Вместе вернуть принцессу живой. Ты видишь, это не действует, он не понимает тебя. Но... Уничтожить всех. We'll be right back.
наверное, здесь что-то мы просто будем убивать. Зараза. Жизни от того, что ты защищаешь. Да не, это не может такого быть. Вот это плохо. Приветствую, князь. Добро пожаловать на стрим. Почему? Что же он от меня хотел, принцесса? У Бурменца была атакована армией черных магов. Я знаю. Кто же мог сделать такие ужасные вещи? Ты серьезно? Каким же дураком ты можешь быть? Что же ты... Здорово, Редбулк. Что ты имеешь в виду? Хватит, Штайнер. Я знаю, кто это сделал. Принцесса? Ну, уже почти в Александрии. Я должна отправиться в замок и увидеть свою мать. Она послушает меня. Как дела, Редбулк? Я думаю, мы почти здесь. Что, значит, ты слышала об атаке на Бурменцию? Конечно. Я не такая, как Штайнер. Ты изменилась. Я? Ты имеешь в виду манеру моей речи? Не только это. Что ж, много вещей произошло. Дела нормально, на работе работаю. О, сегодня же пятница.
Короткий день, не? О, кстати говоря, да. Я прошла просто массу битв, теперь я профессионал. О чем ты говоришь? Мы должны найти супермягкость и спасти Бланка, так? Ты ведь все равно пойдешь, даже если я откажусь, правильно? Конечно, я. Нет, длинный, наоборот, до 10 сегодня. О, блин, сочувствую. Я всегда мечтала увидеть великолепную архитектуру Трено. На самом деле, нифига она не изменилась. Да, до 10, конечно, это фигово, особенно в пятницу. Будьте осторожны. Дальше дорога разделяется. Одна ведет в сторону, а другая ведет к деревне Дали. Спасибо. Так. Почему вообще у него украли до тех, чтобы посмотреть? Ага, только что у тебя есть. Что с тебя можно снять? Ничего с тебя нельзя. Ничего с тебя не снимешь, блин. Тоже очень интересно. Пока этого будет достаточно. Вперед далее. И уничтожайте ферму. Направо в сторону, будьте осторожны, когда путешествуете ночью. Так, а если я налево пойду, интересно, что будет? Ворота. Эти ворота ведут в деревню Дали. Если вы хотите отправиться в сторону, вам нужны другие ворота. Я же тебе не сказал, куда я отправляюсь. Что, вы хотите пройти мимо них? Да. У вас есть пропуск? Я думаю, да. Так что я открою их для вас. Все, теперь мы открыли себе еще одни ворота. Здесь нам что-нибудь вообще надо? Не думаю, вряд ли. Вот чем мне нравится девятая финалка, на карте мира здесь все равно продолжают летать всякие, блин, транспортные средства. То есть седьмой такой фигни нет. Восьмой вроде как особо тоже не припомню. Только раз, что поезда, может, ездят для машины. А вот девятый, да, они там открыто летают. Ну да, может, если нужно не прокачаться. Мало будет давать. Воздушные ворота до сих пор еще сломаны.
но конструкторные отделы работники стараются, так что должно быть в скором времени починено. Каждый раз будет теперь нас пропуск спрашивать. Поднять ворота. Да, будьте осторожны на пути туда. Спасибо. Вон еще один кораблик летит. Да ладно, я же не в лесу, как? Ага, что ты хочешь от меня, дитя? Вот, ор у меня есть, отлично. Я дам тебе немножко ора. Сейчас надо прокачаться. Большое спасибо. Кормил скорее, да-да-да, уже. Прикинь, даже смотри, не в лесу попался. Вообще удивительно, они обычно в лесу попадаются. Ну, чаще всего. А тут прям ни с того ни с сего. Я уже не помню просто. Так, я думаю, надо сохраниться, побегать здесь совсем немножко, подфармить. Встречайте синий экран. На этой стороне монстры должны быть чуть-чуть посильнее. Приветствую, Arctic Sponge. Добро пожаловать на стрим. Мой человек, арктическая губка. А, Arctic. Критический удар на 500. И он еще и не умер. Нормально.
Sense тоже вроде тупик, да? Ничего нет. Эх, кошмар. Не, ну хоть прокачаем, что по 200 опыта дают с каждого. Просто... Левел сейчас маленький у них. По 1000 монет будет. Вообще-то где-то по 600-800 на жизни. И дальше алерт учить. А. Таймера у двери есть, идёт, придёт. Да. Ой-ой-ой-ой. Интересно, как так получилось. Привет, Рус-туриста. О, Рад был к 7 уровню у тебя. Так, а быть, мы его воскресим. Правда, не знаю, зачем. Нам особо не нужен. Ну, можно сейчас еще один уровень поднять для дагер как раз. Отправляться обратно в Торно.
Ого. Хорошо. Темный город Трено. Найти, у кого же есть супермягкость. Маркус сказал, что здесь очень много воров. А Штайнер его подкалывает, типа то, что благодаря таким, как Маркус, этот город превратился в трущобы. Маркус предлагает украсть супермягкость. Штайнер в недоумении, как же так украсть, как ты смеешь, грязный червь. Думаешь, я позволю тебе совершать такие преступления на моих собственных глазах? Как же ты собираешься получить супермягкость? У тебя есть другие предложения. Молчать! Я не позволю этому произойти. Не перебивай меня в то время, как я разговариваю. Посмотри позади себя. Что? Принцесса? Нет! Принцесса? Нет. Только не снова. Все потому, что ты и твои грязные дружки. Он исчез. Он просто исчез. Дагер потеряла 500 гил. А если бы мы не успели нажать на крестик, то она потеряла 1000 гил. Что же вы делаете здесь, сэр-рыцарь? Как вы с ним разговариваете? Аристократ.
не очень дружелюбный город. Нам лучше найти супермягкость быстрее, вернуться в Александрию. Бедный парень икает там. Скорее всего, не эта дорога. Ясно, ребят, надо будет загрузиться. Я кое-что не то сейчас выбрал. Да, не найди супермягкость. Оу, мы видели аристократа. Прошу прощения, вы не слышали о такой вещи, как супермягкость? А, моя жена? Она умерла 3 года назад. Нет, я ищу вещи, которые лечат все виды окаменения. О, правда? Я чувствую себя хорошо, неплохо. Ну, спасибо, что спросили. Возможно, я и старый, но я еще довольно-таки здоровый. Ну, спасибо вам большое. Ты все еще молода, не сдавайся, и удачи тебе. Наверное, сейчас мы просто выйдем, если когда выйдемся еще раз. Да. Потому что мы сейчас пропустили львиную долю. Небольшие заставочки, такие вставочек. Фу, опять не туда попадаем. Да. Четырехрукий человек. Ха, это было слишком легко. А? Черт! В каком же направлении он убежал? Я не могу понять, что я была ограблена. Она милашка, я не заметил ее в темноте. Хорошие девушки не должны бродить в одиночку в такое темное время суток. Что ж, для меня настало время перемещаться в новый город. Thank you.
Оу. Скорее всего, это аукцион. Возможно, в том месте супермяг и здесь. Угу. Слушай внимательнее, Марио. Этот город называется городом аристократов, но это вранье. На самом деле, видите, аристократы оборовывают всех. Марио, да-да, Дима, именно тот самый Марио. Вот рядом с ним стоит его принцесса. Потому что они будут голодными, когда они станут аристократами. Следуй за мной, Марио! Куда катится этот мир? Приветствую, Арумст. Добро пожаловать на стрим. Мы правда хорошие друзья? О, это письмо от Стильскина. Давай прочтем его вместе. Здесь небольшие проблемы в дождливом городе. Парень, которого я видел раньше, отправился в пустыню, чуть восточнее Бурменции. Чуть западнее, точнее, Бурменции. Но он нашел только песчаную бурю. Интересно, что на самом деле они хотят? Я должен последовать за ними и посмотреть. Это пусть не так далеко отсюда. Штильскин великолепен, купа. Так, ты мне не хочешь ничего дать? Нет, ты просто хочешь письмо, ладно. Дим, что сам планируешь стримить в ближайшее время? И когда? Эй, там, здесь все в порядке? Что за чертовщину ты сейчас несешь? Эй, это же ты! Где же ты был, Маркус? Ты знаешь, где-то поблизости. Один человек ожидает тебя. Апчи! Ты опоздал. Многое произошло. Я немножко устал. Никаких извинений. Ты отправишься прямо сейчас. Ты нашел это? Ты нашел супермягкость? Да, в особняке одного аристократа. Ты поедешь сюда сегодня ночью. Предоставь это мне. Я буду одним из тех, кто спасет нашего брата.
XCOM 2, Ape Escape 2, Jack and Dexter 1. Да, Ape Escape, блин, если я правильно помню, это анимационная игра, где ты бегаешь пареньком и обезьянок ловишь, да? И статуя — это очень крутая игрушка. Мне со времен на PSP в нее очень много играл. Когда-нибудь мы станем аристократами. Не говори, Марио, не говори этому страннику о наших планах. Потому что не знаком с нами даже больше. Да, Space 2, вторая часть. О, я на PSP очень много в нее играл. Застудил нам предлагает отдохнуть. Если мы серьезно, то проваливай, говорит, отсюда. Этот паренек украл просто тонны денег у одного из аристократов, у одного героя. Ну, Джек энд Декстер, мне просто Декстер сам себе нравится. Вот. Я бы в него еще поиграл тоже. Тоже в Декстеров какого-то играл в свое время очень-очень много. Но вот именно без Джека. Ну, покидаем монетки фонтанчик. Вроде как раз на PSP. Да, на PSP была версия про Декстера одного. Очень хорошая игрушка была. Момент.
Так, извиняюсь, я здесь. Важный звонок был. Так. Все, монетку мы с вами получили. Это очень хорошо. Я просто по названию смотрю, ты имеешь в виду скидку на Якудзу? Я сюда туда видел, причем на две части, и на Zero сделали. Ну, это даже не скидка получается, а снижение цены, насколько мне сказали. Снижение цены на Якудзу Zero и снижение цены на Кивами. Чекнул стою, если для Вита куплю себе, значит. Покупай, хорошая игра, я тебе скажу. А, предзаказ с Кивами 2. Но если, скорее всего, буду на диске брать в коллекцию. Видели вы здесь красивую симпатичную девушку? Нет, я никого не видел здесь девушку с длинными волосами. Опа! Что? Ты что ты сказал? Ничего. Я не сказал ничего такого. Я никогда не воровал ее денег. Что? Отдал нам Power Belt, который он купил за ее деньги. Простите меня, вернись. Powerbelt. Только он, по идее, не для нас, а для нее. Так. Там где-то что-то еще есть. Тоже на диске буду. Первая килограмма уже есть. А ты Zero еще не играл? Пожаловать. Да, ну это все у меня есть. Зато теперь можно сделать Coral Ring. Нет, диска, похоже, уже нет. Ну, диски ты просто сейчас, наверное, надо ждать еще поставку. Я тоже вижу в некоторых магазинах, что диска уже нет. Здорово. Просто цена пока на диске большая, поэтому не покупаю. Стеллацию для королевы Стеллы. Ваше же интересно, чтобы это не было фальшивкой. А
она не купилась на мою дешевую имитацию стилацию. Или можно дорогой, не помню, или дешево. Думаю, не будет. Shenmue очень хочу на диске. А, Shenmue. Ну, слушай, как знать. Может быть и будет. Пожалуйста, принесите стилацию королеве, когда вы найдете их. Королева вознаградит вас, если вы принесете ей нужные монеты. Все, даем ей монетки. Может быть и будет Shenmue, надо смотреть. Вообще, по идее, должны на дисках выпустить. Если они собирали Kickstarter проект, то обычно на дисках они выпускают после этого. Блин, какие-то награды, конечно, не ахти. Ты давай мне что-нибудь интересненькое. Дает мне то, что я сам могу либо выиграть, либо купить. Блин. Либо выиграть. Как куплю в первый же день. Ну правильно, да. Такие игры надо бы в коллекцию брать. Действительно. С этим я с тобой полностью согласен. Так. Интересно. Ну-ка. Ну, как раз полтора часа. Дим, сколько тебе по времени смайла одобривали? Так, мне нужно купить у него. Купить у него. Один день. Бинартап сделать, заморочиться, сделать их. Я просто единственное, что там надо их как бы вырезать, получается, и на прозрачный фон, да, вставить. Если я правильно понимаю. Прозрачный фон на 3 размера, вот, да. Сделал. Так. Что я хотел? Ага, вот, отлично. Magic Defense. Блин, надо, конечно, это... Я хочу с ним подраться. Ты уверен? Я не могу гарантировать твою безопасность. Не встань в центр клетки.
Я забыл полечиться. От я пентю. Так далеко транс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехило он меня так огревает. Ну, тут не подкачаться надо. Очень нехило. Так. Да ладно, он еще живой. А, он лечится. Насколько лечится? Значит, два удара я его, по идее, убью. И... Нет. Подстава. Это было подло. Ладно, на этом, я думаю, сделаем с вами паузу. Отдохнем немножко. Потом уже убьем его. Немножко он думал, может, прокачаюсь немножечко, потом сможем это сделать. Всем большое спасибо, что смотрели. Дима, если что, заходи где-то, я думаю, через пару часиков, может быть, постримлю. Ну или ты, если будешь стримить, тоже заскочу тогда.